Здорово, живые Dead Inside! Иногда мы хотим поиграть или записать видео, где нам нужен какой-то предмет. Поскольку пока что в игре нету консоли, как в первой, это делается через текстовый документ в файлах игры. В Sons of the Forest представлено огромное количество самых разнообразных объектов, и практически каждый из них можно получить, если знать его ID-код. В описании есть идентификаторы всех известных на данный момент предметов, которые были обнаружены игроками. Чтобы быстро отыскать нужный вам предмет, используйте функцию Ctrl-F на странице браузера. В общем, у вас есть мир, который вы сохранили. Теперь заходим по пути C, пользователи, имя пользователя, AppData, LocalLow, EndNight, Sons of the Forest, сейвы, куча цифр, в моем случае мультиплеер и последний сохраненный мир. И уже тут ищем файл с названием Player Inventory Save Data. Открываем его с помощью блокнота и ищем конец всего текста. Видите две квадратные скобочки? Вот перед третьей мы ставим запятую и вставляем текст из описания. И заменяем там, где надо, информацию на нужную нам. В моем случае это трассомет в размере одной штуки и несколько трассов для него. Сохраняем, выходим, заходим в мир и видим, что все предметы у нас теперь есть. Как сделать бесконечный зиплайн, вы можете посмотреть в этом видео. Подпишись, до 10к осталось совсем чуть-чуть. А еще у меня есть Twitch.